топ-менеджеры идут отеля. Делегация. Hello. Good morning. Съемка лежа из режима разведчика. Наша социальная мать подружилась с местными девчонками, которые здесь работают. Я не нахожу много слов, снимая эти кадры. Здесь на Мальдивах, по-моему, нужно снимать, затем соединять это с какой-то музыкой соответствующей и создавать фильм. Вот это приусадебное хозяйство нашего отеля. Это цветы, я так понимаю, для красоты. А тут, похоже, уже тыквы или кабачки. Солнечник. В этой части я еще не был, не доходил сюда. Очередной ресторан. Считаю, что первое, что здесь нужно есть, это морепродукты, конечно же. Ну и фрукты, само собой. То, чего не найти у нас в таком изобилии и такого полноценного. Те фрукты, которые продаются у нас, они, конечно, пластмассовые. А здесь они растут. Здесь лето, вечное лето. Папайя, ананасы, арбузы, прочие эксклюзивы для нас. Здесь каждый завтрак, каждый обед, каждый ужин в бесконечном количестве. Есть посетители. В столь уединенном месте, в столь уединенном ресторане. Есть карта острова. Каждому она выдается, у каждого в доступе. Можно видеть, где что находится. Вплоть до дайвинг-клуба, вплоть до мест для ныряний. Конечно же, рестораны, администрации и прочее, прочее. Так вот здесь нужно сделать фото, я считаю. Можно и покататься на перегонки с акулами. Аренда всевозможных водных транспортных средств. Сабординги, водные мотоциклы, каноэ,
Завтра пойду еще дальше. Но дело в том, что сегодня обед. Сейчас обед. И уже пора разворачиваться. А то придется ждать до ужина. После снорклинга, конечно, не знаю, часа два плавал и потратил весь запас калорий. Еще бы плавал и плавал, но голова устала от маски. При погружении на глубину очень серьезное давление. Маска давит, естественно, в толще воды. Несколько раз пытался занырнуть, чтобы снять поближе обитателей у дна. Испытал серьезное давление на свою голову, на лицо в частности. Вот уже бунгало. Крайнее бунгало, я думаю, это. Вот ресепшн. Сюда явно надо добираться уже на автомобиле или на велосипеде. Мы значительно ближе расположены к центру жизни. О, узнаю листья банановых пальм. Опахало.